МЧС России оснастит аварийно-спасательные арктические центры спецтехникой и создаст в арктическом регионе спецподразделения спасателей-десантников. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков. Министр сообщил, что в следующем году МЧС закупит специальные мобильные барокамеры для подразделений, работающих на водных объектах, в том числе и в Крыму. Приобретет спасательные маломерные суда, снегоболотоходы и суда на воздушной подушке, позволяющие работать в межсезонье и там, где нет дорог. В 2015 году во всех федеральных округах России будут поставлены на боевое дежурство авиационно-спасательные центры, где будут базироваться небольшие аэромобильные подразделения, способные при необходимости оперативно реагировать на различные ЧС. Также будут сформированы элитные десантные подразделения, состоящие из спасателей-десантников, способных работать в любых условиях. Эти подразделения можно будет в кратчайшие сроки перебрасывать из одного региона в другой для защиты критически важных объектов экономики от крупномасштабных ЧС и пожаров. По словам губернатора Ненецкого округа Игоря Кошина, авиация на Крайнем Севере является немаловажной составляющей выстраивания государственной системы сохранения и развития Арктики, ее освоения. Процесс возрождения этой сферы напрямую будет сопряжен с необходимостью обновления авиационного парка, подчеркнул Игорь Кошин.